друзья, сегодня мы с вами будем украшать нашу шапулечку. Итак, для начала давайте поснимаем все маркеры, чтобы они нам не мешали. Для начала сделаем обвязку края шапочки. Для этого мы на задней части, вот у нас задняя часть шапочки, вводим крючок в центре примерно или чуть правее в петелечку, захватываем розовую ниточку, делаем воздушную петлю. И теперь нам нужно обвязать весь край рачьим шагом. В местах, где у нас ушки, мы обвязываем таким образом. Сначала вот вводим крючок в эту петелечку угловую. Провязываем. Дальше у нас идут столбики. И можно считать, что вот у нас одна петелечка, а столбик можно считать за две петелечки. Одна, вторая, это будет наша третья петелечка. То есть под столбик нам нужно сделать два шага. Раз и еще раз. Третий шаг делаем вот сюда. Вот видно хорошо, вот в эту петелечку. Обвязываем в уголках таким образом. Вот у нас последний столбик. Под столбик делаем 2 шага. Дальше провязываем в эту петелечку 1 шаг для начала. И теперь немножко поворачиваем и провязываем еще в эту же петелечку. Раз и второй шаг. Получается 3 шага в одной петелечке. Теперь можно повернуть сюда шапульку и в эту сторону будем вязать. Для начала свяжем вот сюда рядом возле этого отверстия, в которое мы уже вязали 3 шага. Рядом еще есть одно отверстие, вот в него провязываем. Раз и дальше опять под столбик. Вот он. Провязываем 2 шага. Дальше провязывайте, как я вам уже показывала. Довязала я до второго уголка. Здесь все просто. Делаем под столбик 2 рачьих шага. Потом, вот видите, петелечка, вершина столбика. Вот покажу ее. Вот сюда вводим крючок и провязываем 1 шаг. Дальше у нас идет передняя часть. Здесь просто по прямой обвязку делаем. Второе ушко обвязываем аналогично. Готова обвязочка. Теперь немножко вытягиваем ниточку. С изнаночной стороны вводим крючок вот в этот столбик, откуда мы начинали вязать рачий шаг. Захватываем петелечку и туда вовнутрь его протягиваем. Ниточку мы обрезаем обязательно. Дальше опять захватываем нить и еще раз протягиваем. И хорошенечко затягиваем. Теперь мы украсим нашу шапочку вот таким вот цветочком. Как его вязать, я уже показывала. Перейдите просто по ссылочке и посмотрите. Я оставила небольшой кончик, примерно 20 сантиметров, возможно, чуть больше. Берем иголочку, большую, с большим ушком, и протягиваем туда ниточку. Этой ниточки нам хватит для того, чтобы пришить цветочек нашей шапочки. Можете прикрепить цветочек слева или справа, как вам больше нравится. И начинаем пришивать обычными стежками цветок к шапочке. Для этого, для начала, захватываем петелечку с шапочки и вводим крючок вот сюда под нижнюю дужку косички. Вот так. И вытягиваем ниточку. Дальше опять захватываем в любом месте, вот так прокалываем иголочкой шапульку, вводим иголочку вот сюда в косичку и еще раз протягиваем. Последние стежки. Теперь иголочкой мы вводим внутрь вот таким образом, протягиваем вот сюда ниточку, хорошенечко затягиваем. И здесь крепимся, чтобы не было видно за
одним лепесточком, вот таким образом, раз. Дальше опять мы продвигаемся к центру, вводим в столбик иголочку прямо внутрь. Ниточку здесь видно не будет, вот так. И еще вот сюда введем иголочку. Ниточку из иглы мы вытягиваем. И сейчас вот сюда в центр цветочка пришьем бусинку. Для этого нам понадобится другая иголочка, намного тоньше, чтобы она могла пройти вот сюда внутрь бусинки полностью. Расслаиваем на две части ниточку в центре цветочка, получится по две ниточки, вот таким образом. Одну оставляем, а кончик второй ниточки мы заправляем в иголочку. Берем иголочку с ниткой, одеваем бусинку и пришиваем теперь бусинку в центре. Вводим иголочку вот сюда, в столбик и вытягиваем. Теперь еще раз мы вводим иглу вот сюда. И нужно еще раз протянуть ниточку через центр бусинки, вот так. Снова вводим иголочку вот сюда. И на этот раз нужно вытянуть ее возле нашей второй ниточки. Завязываем два узелка. Теперь снимаем иголочку и меняем ее на другую, та, что у нас была уже. Вводим кончики в иголочку. И теперь окончательно уже спрячем наши кончики за лепесточками. Вводим сюда вот иглу. Дальше можно иголочку убрать. Возьмем крючок 1,5, потоньше. Расслаиваем опять ниточку. И сзади за лепесточком вот здесь вводим крючок сюда в столбик. Захватываем ниточку и еще один завязываем узелочек. Теперь эту ниточку мы спрячем внутрь этих столбиков. Вводим вот сюда крючок, захватываем ее и вытягиваем. Готово, можно обрезать. Вот так мы украсили нашу шапочку, но это еще не все. Давайте теперь еще поубираем ниточки по всей шапке. Для этого берем, например, вот эти две ниточки. Одну из них протягиваем внутрь столбика и завязываем узелок 1 и 2. Дальше опять вводим крючок под петелечки с изнаночной стороны, захватываем ее вот так, опять одну из них берем, опять вводим крючок и завязываем еще два узелка. И последний раз можно протянуть эту ниточку внутрь столбика и обрезать ее. Таким образом прячьте кончики по всей шапочке. Все, поубирала я все кончики, и теперь давайте к нашим ушкам прикрепим косички. Для этого нам понадобится кусочек картона в ширину 12 сантиметров, он должен примерно быть. Можете взять 10 сантиметров. Берем пряжу джинс и на нашу картонку вот таким образом наматываем 9 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Готово, ниточку можно обрезать. Теперь на нижней стороне картона мы нити разрезаем напополам, вот так, снимаем их, держась за центр, вот здесь. Разрезанную ниточку я держу в левой руке, и также нам понадобится крючок номер 3. Дальше берем ушко, вводим крючок вот сюда, прям в центр, захватываем наши ниточки все, и их нужно протянуть вот сюда в отверстие, вот таким образом. Дальше немножко вытягиваем их, потом разделяем напополам, вот так. Крючок можно убрать, и здесь уже можно пальчиками взять вот эти остальные ниточки, можно петельку больше сделать. Берем вот эту пряжу всю и вытягиваем ее сюда, вот так. И теперь аккуратно подтягиваем. На втором ушке делаем так же. При желании можно так и оставить эти ниточки, только их обрезать, чтобы длина была их одинаковая. Или же заплести косички. Делим на ровные три части наши ниточки и заплетаем косичку.
Теперь нам нужно зафиксировать здесь наши косички. Для этого мы отрезаем нить примерно 15 сантиметров, складываем ее пополам и делаем вот такую петелечку. Теперь это колечко нам нужно одеть на косичку. Берем косичку и вот так протягиваем ее. И нужно затянуть. Но не сильно пока затягиваем. То же самое делаем и на второй косичке. Дальше измеряем длину наших косичек, чтобы они были одинаковые. И только после того мы затягиваем хорошенечко вот здесь эту ниточку. Разделяем ее напополам. И вокруг еще раз можно вот так завязать на узелочек. Вот таким образом. Раз и второй раз. Дальше нам понадобится крючок 1,5. Вводим его вот сюда, в место, где мы завязывали узелок. И захватываем эти две ниточки и протягиваем их вниз. Нам нужно, чтобы они были в направлении к низу. Вот так. Теперь берем ножнички и делаем косички прическу. Кончики должны быть одинаковые. Все обрезала. Теперь беру вторую косичку, прикладываю и делаю им одинаковые прически. И вуаля! Наша шапочка готова! Подписывайтесь на мой канал. Будем вязать вместе. Всем пока!